Сергей Гапликов провел первое в этом году заседание антитеррористической комиссии. Рассмотрены, как сообщается, вопросы обеспечения защищенности расположенных на территории региона, объектов ТЭКа, профилактики терроризма и противодействия его идеологии. Пользуясь случаем, глава еще раз отметил работу служб, которые оперативно ликвидировали пожар на Ухтинском НПЗ в январе этого года, подчеркнув, что сегодня никто не застрахован от подобных случаев и что нужно быть всегда начеку.